Слава Господу, дорогие друзья! Шаббат шалом! Необычно, конечно, нет у нас зала, наполненного людьми, но так, наверное, во многих местах сегодня, к сожалению, происходит. И я думаю, что это и, конечно, плохо, но и есть в этом определенный плюс, что мы можем переосмыслить ценность собрания, переосмыслить ценность общения и молиться Господу, просить Его о возможности, так же, как и раньше, собираться, быть друг рядом с другом. И в этом Парашат Шаво, в этом недельном чтении, о котором мы говорим сегодня, я бы хотел вернуться к самому началу этой недельной главы. Шестая глава книги «Исход» и буквально с второго стиха, тот момент, когда происходит встреча Господа и Моше, Моисея, и говорит Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им». И тут может возникнуть вопрос, ну как это так, с именем Господь не открывался? То есть для русскоязычного читателя, для того, кто читает эти места в переводе, вопрос большой, ну а в чем разница-то? С таким именем Бог Всемогущий, с таким именем Господь. Те же, кто читают в иврите или кто более-менее знает основу вот этих стихов, то знают, что там употребляется другое слово. Это слово называется тетраграмматон или четырехбуквенное слово, которое обычно в синагогах не произносят и не читают вслух, заменяя словом «Господь». А на деле это слово, которое многие сегодня пытаются озвучить как «Иегова» или «Яхве». Никто не знает, как точно правильно произнести это имя, потому что оно особенное, оно вот открыто было Моше. И одно из толкований перевода этого имени – это «тот, кто был, тот, кто есть и тот, кто грядет». Ну, казалось бы, это очевидные вещи. Мы понимаем, что Господь, Он вечный, Он всемогущий. В чем же особенность этого откровения для Моше? Ну, почему? Почему так? И в данном контексте у меня есть одно предположение – когда Господь открывается Аврааму, когда Он открывается другим людям, как всемогущий, Он их ободряет. Он говорит, что с вами тот, кто может все. Но в данный момент Он дает Моше достаточно непростое поручение. Более того, более чем непростое. Потому что помимо того, чтобы собрать народ, вывести его из рабства, ему нужно еще и привести в землю. И мы понимаем и знаем, зная уже историю, мы-то читаем, когда все эти события уже прошли, и мы понимаем, что все, кого он выведет из Египта, все, которые пойдут за ним из Египта, умрут, кроме тех, которые будут рождены в свободе. И только Иисус Навин, Халев, они войдут в землю обетованную. И почему же вот это имя? Я тот, кто был, тот, кто есть, тот, кто грядет. Господь говорит, что открывается ему с этим именем, показывая, что для Господа нет тайны в его будущем. Для него, для Господа, все будущее Моше уже свершившийся факт, как и факт того, что Божий народ входит в землю обетованную. И вот это понимание того, что Господь, Он не просто предсказывает будущее, а все наше будущее для Него, по сути, прошлое. Для нас трудно понять это, для нас трудно принять это. Мы привыкли жить во времени, для нас привычно, что был день вчерашний, будет день завтрашний, мы не знаем, что в этом завтрашнем дне будет. Но если нам дается какое-то поручение, конечно, приятно осознавать, что оно может быть исполнено. И вот я записал для себя такую вещь. Откровение рождает призвание. То есть откровение о том, что Господь может и уже, по сути, совершил это, рождает призвание. Сегодня многие люди спрашивают, а призван ли я? Я вам скажу сам этот вопрос. А призван ли я уже говорит о том,
что человек призван. Потому что вот это призвание внутри него заставляет его, будоражит его, не дает ему спокойно спать, он поднимается и говорит: да я для большего призван, чем просто жить в серой рутине, чем сидеть вот в этой вот запертой квартире, потому что нельзя ни туда, ни туда, ни туда, я для большего призван. Да, ты призван для большего. Ты призван для того, чтобы делать дело Божие, исполнить то призвание, которое Господь вкладывает тебе. Но призвание, в свою очередь, рождает цели. Когда ты понимаешь и принимаешь то, что ты призван, как Моше здесь, то ты понимаешь, что ты призван не просто так, а для чего-то. И цель Моше, цель, которую Господь дает ему, вывести народ, по сути, создать народ. Господь создает народ и привести его в определенное место. Дальше цель дает ответственность. А ответственность учит жить с результатом. Результат нашего движения к призванию, результат нашей жизни с Господом, он всегда прекрасен, но для нас он иногда непонятен. Я не знаю, что было в сердце Моше, когда он уже на 39-й год хождения по пустыне видел ужас в глазах тех, кто понимал, что больше не увидит землю обетованную, не сможет войти в нее. Когда он видел всю эту кровь, которая там лилась, когда он видел этих людей голодных, это не было нечто славное и простое. Моше не был вот этим вот, знаете, как мы обычно рисуем, генерал в парадной одежде, не пылинки на мундире, на белом коне, славно входит, и все его приветствуют. Нет, это был достаточно грустный, тяжелый, трудный, неблагодарный путь, весьма возможно наполненный слезами, весьма возможно наполненный разочарованиями, весьма возможно наполненный предателями, которые были готовы, как сыны Кореевы, вставать и вести туда, куда они хотят. Весьма возможно этот путь был наполнен теми, кто не верил в то, что там далеко ждет земля обетованная, что действительно Господь, который был, есть и будет, Он их ведет туда. И интересная параллель к этому месту мы можем найти в Брита Хадаша, в Новом Завете, когда Иешуа проходит, и Он говорит рыбакам, будущим апостолам Своим, Он говорит, что «Я вас сделаю ловцами человеков». И это параллель с пророком, и параллель с пророком, который говорит о том, о воссоздании, о том, что он соберет людей со всего мира в Эрец Исраэль, в землю обетованную. И мы во многом сегодня используем это местописание, когда говорим о Алие, что вот Господь чудесным образом собирает по всему миру евреев, приводит их сюда. И да, это так. То есть то дело, которое начал Моше, оно продолжается сегодня. Евреи приходят в землю обетованную. Но помимо этого, это не только сегодня актуально, это место актуально было и во времена Иешуа. Казалось бы, ну вот, вы же пришли в Эрец Исраэль. Почему, Рави, почему ты говоришь, я сделаю вас ловцами человеков? Откуда их ловить, куда их ловить? А потому что апостолы понимали, и пока еще были рыбаками, тоже понимали, потому что они часть еврейского народа, что несмотря на то, что вот тогда мы вошли в эту физическую землю, когда Моше привел, вот мы в нее вошли, вот она, вот. Но это еще не до конца. Это еще не окончательная точка пути. Потому что настоящий Эрец Исраэль, совершенный Эрец Исраэль в процессе строительства, в процессе устройства. И мы с вами, где бы мы ни находились, в какой бы стране мы ни находились, часть этого процесса. Если мы хотим служить Господу, если мы хотим идти за Ним, то мы тоже часть вот этого движения в Эрец Исраэль. И мы тоже должны понимать и знать, что наш Господь не только всемогущий, но и тот, кто был, есть и грядет. Тот, для кого уже это место построено.
то, как говорится, что здание, у которого архитектор и строитель Господь. И когда мы устрояем из себя общину, когда мы устрояем и Эрец Исраэль физически, но и в духовном смысле, когда мы с разных концов мира объединяемся в молитве, мы должны понимать, что то призвание, которое в нас заложено, если его заложил Господь, оно обязательно исполнится. Даже если сегодня мы совершенно не видим этого вокруг, даже если, оглядываясь, мы видим пустыню, даже если, оглядываясь, мы видим карантины, проблемы, и, может быть, кто-то, кто ходил в какую-то общину, а сегодня она вдруг закрыта, потому что карантин, и он сидит дома и думает, да, наверное, и ладно, без этого проживу. Не проживешь, потому что призвание строить дом Божий, оно дается каждому из нас в сердце. Цените то, что есть сегодня, и знайте, если Господь дал призвание, Он обязательно его исполнит. Как было в дни Моше, так и сегодня. И вы знаете, что дальше в этой недельной главе происходит. Какие испытания, какие трудности. Как Моше не раз спорит и с Господом, и сам с собой. И в конце концов все равно исполняет то, для чего его призвал Всевышний. Я хотел бы помолиться, чтобы мы с вами вместе могли каждый день понимать, что то, что нам сегодня кажется невыполнимым, для Господа уже совершено, если это в Его воле, если это в Его плане. Дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что каждому из нас Ты даровал призвание, каждому из нас Ты даровал определенные цели, к которым Ты нас поставил идти. И мы благодарим Тебя за то, что мы не брошенные, мы не оставленные, мы не бесцельно слоняющиеся, но Ты даровал каждому из нас определенную часть в устройстве дома Твоего. И я прошу Тебя, Господь, не дай нашим рукам опуститься, но ободри, дай сил, дай понимание двигаться в том направлении, куда Ты хочешь, чтобы мы пришли. Мы доверяем Тебе, мы верим Тебе, мы полагаемся на Тебя. И пусть Твой Дух ведет и направляет. Тебе да будет вся слава, честь и хвала во имя Иешуа Машеха. Амен. С миром Божьим, дорогие друзья.